Глава Дагестана встретился с членами сборной команды республики по вольной борьбе, которые завоевали лицензии на участие в летних Олимпийских играх. Напомню, главные соревнования года пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро. Спортсмены рассказали Абдулатипову о подготовке к чемпионату России, где будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2016. Глава отметил силу воли и патриотизм дагестанских вольников и призвал тренеров не только заниматься спортивной подготовкой, но и заботиться о дальнейшей судьбе ребят. У каждого чемпиона должна сложиться карьера. Спортсмены обязательно должны получить высшее образование. Провели чемпионат России по вольной борьбе. И была высочайшая оценка дана. Значит, мы провели чемпионат России по волейболу здесь. Наша команда стала чемпионом России в своей группе. Мы провели Кубок России по футболу. Мы провели Кубок по регби. У нас возможности для этого есть. И мы заинтересованы. Если у нас есть чемпион мира, Европы, это означает, что вокруг него мы можем уже организовать целый ряд мероприятий, школу его организовать. В свою очередь, чемпион России, Европы и мира Абдусалам Гадисов поблагодарил главу Дагестана за постоянное внимание к нуждам всех спортсменов и пообещал от лица сборной привести максимальное количество золотых медалей Олимпиады.